книге «Заксон. Земля». Вот такой дом, 200 метров квадратных, 2 этажа на одну семью с возможностью расширения либо использования части помещения под какие-то другие возможности, бизнес и так далее. Комнаты все жилые, состояние нормальное, под ремонт. Для этого дома это обычное нормальное жилое состояние. Может быть, что-то устарело, со временем это можно будет заменить, отремонтировать. Кухня полноценная, все есть на кухне. Также видно, что там есть котел установлен. Сауна в подвале. Вот такая красивая сауна. Я бы ради только одной сауны купила дом. То, что более-менее ты здесь автономно, 15 соток земли. Можно детям играть спокойно, машины свои ставить, чем-то заниматься. То есть земли достаточно. Вот такие помещения. Русскоговорящий продавец. Вся информация есть. Описание тоже есть. Пишите, пробуйте узнавать.